Итак, всем привет! Сегодня мы открываем сезон автозвука. Сегодня 6 июня, жара, солнце и громкая музыка. Remotion Global Ukraine – это онлайн-соревнование, которое проходит по всей территории Украины, в 19 городах. Участников очень много. Это бесплатные онлайн-соревнования, где можете получить очень хорошие призы. Давайте посмотрим, как это все происходит. Поехали! Результат. На этом должно быть намного больше. Труба. Да. По питанию у нас стоит 1 сотка плита. Вот она АГМ. И стоит 90-й. Тоже АГМ с БМВ. И под капотом обычная 60-ка. На 100... На 80-м генераторе. Райт Эмиральдо. По одной паре в дверях. Пятнашки. Шестнари. Тоже мачете. Пищалка это. Блока. Обычные мистери GS10. Ну короб, да. Это так. Усами с папой собрали. Питание вон, аккумулятор один. И генератор обычный. 500. По фронту. Вот. Пара Avatar MBR60Q и пищалки там китайские взял на рынке. Обычные самые. Магнитола пионеровская. А вот раз. У него там хоть
там один динамик стоит внутри салона. Нужно. Пока. А вот они, две двадцатки. Да, у нас 8. Это ультимы 16. Ну, это будет все попозже меняться. Это? Да, это фейтовый. Серединка. И шампунь. Фронт, динамик стоит 4250, секция железофосфата 90 ампер, это сабвуфер 3 киловатта усилитель, это пищалки 400, топовый драгстер 4-дюймовая. Фронт у нас тут две пары, динамик стоит на его 25-е, компрессионный драйвер Edge и аж вторые Pride. Эти качают 4250, эти два качают 400 посередине. Мачете 2001. Ну, питание, говоря, обычное. Газ у нас был один так. Но очень сильно умно. Перекусили провод, чтобы сигнализация не кричала. И все. Выгнули дверь, украли пару соло-шестнарей и усилитель КАП-23. Обидно. Ну, что поделать. Собиралась, да, я сначала отклеил, потом затонировал, потом начал собирать отпазы. Начинал с малого. Остается один вопрос. Где же Дракоша и что с ним? Дракоша собирается. Будет он на следующем этапе. Только мы не знаем, когда карантин отменят. Но я вам обещаю, что на следующий этап он будет уже валить. Вот так и закончились соревнования наши. Было очень ярко, очень насыщенно. Был день. Результаты были очень хорошие. Даже были неожиданные. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставим колокольчик, и в следующих видосах вы уже увидите громкий проект «Москвич». Ставьте лайки.